что, вот мы в Владивостоке. По Москве без 22, по Владивостоку без 28. Ждем багаж. Я не спал. Так, ну что, братан, Санек не только зарешал вопросы по тачке, но еще и встретил в аэропорту. Мчим тут по сопкам, да? На коробке. Правильно говорю? А мы прям сразу, как говорится, с корабля на бал. Вот этот символ примринга Су-27. А тут сегодня изменилась конфигурация. Ну, не сегодня, сейчас изменилась конфигурация. Чистая, красивая. Стоит, скучает. В общем, сейчас тут всякая движуха. И мы только в 5 часов сюда вернемся. Поедем сейчас в город брать техничку в барбершоп. А сейчас я вам покажу, на чем настоящие пацаны двигаются по Владивостоку. Турик, настоящий турик. Коробчатый, по сопкам помчим на нем. Вот ближайшая моя машина. Так, ну что, я сел в тачку и сразу же Саня капот открыл. Но это только для того, чтобы залить незамерзайки. В общем, вот на этом турике я буду двигаться. Санек мне его дает. И зацените, какая у него гламурная панель прибора. Вообще гад. Вот он, остров Русский, бухта. Не гони, не гони, он отменяется. Это не Русский, это Чуркин. А, это Чуркина? Остров Русский, вон там, видишь второй мост? Вон там остров, я им говорю. Вот. Короче, мне Саня тут, да, показывает географические особенности. Турик наш. Ой, ну, Чуркин, ребят, вы что, не знаете, где Чуркин? Это бухта Золотой Рог, Русский там. Что вы как маленькие, не знаю. Все ж понятно. Все, едем стричься. Погоди, да, я сниму. Ребята, представьте, это автомобильная палатка. То есть ты приезжаешь, берешь парламент Акву, редбульчик. Тебе дать 15 рублей? Это под правый руль. Слушайте, я дикарем себя ощущаю. Вот такие тут схемы есть. Короче, наши дальневосточные приключения продолжаются в барбершопе одного дрифтера Артура Демидова. Артур, мы лично не знакомы, но у тебя классный персонал. И все сделали круто. Я максимально обновлен и готов. Вася, к дрифту. Так, ну что вам показать? Органы управления марка. У меня тут рычагов, как в тракторе. Значит, один ручник, второй ручник. Датчики, стразы, все дела. То, ради чего я приехал в Владивосток. Я ради этих конфет приехал. Думаете, гонки? Нет. Суфлешки. 6 штук взял он. Ребята, я сейчас ехал в пробке, и чувак на марке показал мне большой палец вверх. Я себя ощущаю дурарвишником максимально. О, боже мой, что мне делать? Я заедаю стресс. Суфлешка. Я заехал вообще, блин. О, извините, ради бога, извините, а не подскажете, вот тут Лесная 2, вот. Нет. Вот так мы, собственно говоря, обустроились, живем на какой-то вилле, ранчо. Я чуть поспал и готов дальше врываться. Это просто какой-то ужас. Я 40 минут выбираюсь с этой дороги, чтобы не разорвать губу и бампер, а Сань. И сейчас вот просто стою перед таким препятствием, вот я не могу его проехать. Я не знаю, как я сюда заехал. Вот я выехать не могу отсюда и не знаю, что делать. Братанчик, Саня, стараюсь вот как могу. Вот просто не дышу вообще. Так, ну что, мы все расставили. Стоим рядом с Аркашами. По Москве 15 минут 3-го, по Владивостоку 15 минут 10-го. Едем спать. На Кроуни или на Крауни.